лучших в мире мест для занятий водным серфингом. Так вот, на побережье есть камеры, которые 24/7 снимают все происходящее. И совсем недавно, 7 мая, было заснято очень странное, но в то же время очень красивое явление. А странное, потому что происходит нечто непонятное и трудно классифицируемое. Сначала я подумал, что кто-то светит лазером, но то, что произошло дальше, эту версию разрушило. Начинается все с того, что на волнах появляется сильное голубое свечение, как будто есть сильный источник света где-то выше. Затем появляется на воде или под водой что-то в виде небольшой точки. Далее он начинает перемещаться, причем делает это плавно, после чего начинает мигать с красного на белый цвет и уплывает вдаль. Думаю, вы понимаете, что луч света, будь то луч прожектора или лазера, так вести себя не может. Теперь он поднимается над горизонтом и зависает на фоне неба. Даже самый мощный лазер на планете, способный добить до горизонта, никак не сможет зависнуть на фоне неба. Да и кому бы понадобилось это делать с учетом мизерной вероятности того, что это видео вообще кто-то увидит?